У Виталика начинается челлендж найти ключи. Ах ты, сука! Блять! Ебать, ветка низко. У Виталика начинается челлендж найти ключи. Ты отсюда их увидишь. Чтоб тебе волки в душу срали. Итак, дорогие подписчики, сегодня снова покатаюсь с пацанами. Вот, так как вам такие покатушки заходят, кому-то даже нравятся и кто-то даже просит писать их больше. Поэтому решил записать вам еще раз видос. Вот, сейчас поедем кататься. Сейчас по... Да вы аж шизофрени. Что такое? Ха-ха! Нормально, нежданчик! Блять, скорость! Татыш! Бля. Ах ты, сука! Подошва ебаная, блядь, голимая. А ну иди сюда, блядь. Бля. Не долетаю. Чуть-чуть черканул. Ой, прям хорошо полетел. Сейчас получше было. Че, мне теперь пробовать это?
чем теперь мне это пробовать? Тихо, Игорь! Так, ну а теперь я, блядь. Мне, сука, нужен такой разгон, что пиздец. Так это что, мы засняли фильм «Дюна»? Безумный Ярик. Ярик 6.95. Обзор на набережную. Это траектория Виталика. Съезжай, Виталик. Посмотрим, как ты через руль лететь будешь. Вот она, траектория. Бля, там камешки посередине. Там пизда. Умереть нахуй. Разъебаться. Ладно, камеру включай, поехал. Я включил. Ну все, едь. Блять! Ну тут подъемчик я не вырулил. Ну ехал я уверенно. Ну что? Я еще думал, эту камеру подойти убрать. Поехал, блядь. Я хотел реально подойти убрать. Хуйня ебаная. Пошла нахуй. Кстати, мое почтение, обода целая. Ну и я, кстати, тоже не улетел. Я ударился ногой чуть. Блядь, прям жестко. Я прям жестко. Таизи, давай, халява, Игорь. А я как-то, блядь, прям в камень поехал, сука. Теперь траектория Виталика. Че, его? Да, я тебя не соберем. А там гладенько, я видел. Давай. Хотя отсюда не очень гладенько. Ой. Бля, хотелось бы еще раз на нее взглянуть своими глазами. Ну да. А мне снизу показалось нормально. Вот. Ну отсюда вообще лайт какой-то. Ну хотя здесь... Непонятно, хотя здесь деревья, да. В этих листьях хуй там что. Не, в принципе. Я не знаю пока. Но я хочу палки убрать. Блин. Убери еще дерево. Виталик, а можешь встать, чтобы я посмотрел? Где он? Виталь. Съебался. А, вон он, ебать.
Ладно, погнали. Значит, имеется вот такой вот спуск, ебать. Траектория ёбнутая вообще. Это нужно где-то ехать. Вот так туда, сюда. И потом по прямой. Тут в конце камни, хуя мне. Погнали, алюминий. Такая хуйня. Какое сечение? Нормальное, блядь. Хуя. Ебать, камни катятся. Понял. Но это поинтереснее. Это я должен был упасть на нем. Ух, ебать. Но она поняла и говорит, ты съезжаешь, и там в моменте руль чуть-чуть. Но наклон хороший. Понимаешь? У Игоря фонарик. Анимация. Дай подрочу его мортик. Итак, у нас линия. Ух, ебать. Вот так едешь, Да, понял. Разгоняешься вот так оттуда. Пролетку летишь, и вон дерево тебя ждет. Я там направо дропался. Куда? Я, пожалуй, сначала просто гляну. Стой на месте. Спасибо. Что там? А я вижу. Ебать. А, ну здесь, в принципе, оттормозить сможешь. На маленьких ходах вот так в тропе наезжаешь. Я говорю, педаль не записывай, так чуть туда потихоньку и все. Ну да, в принципе. Да, она просто техничная хуйня такая. Как у тебя с техникой? Там Apple. Какая у тебя техника? Android. Мне не нравится наличие вот этих деревьев. Да то, что там кочечка, блять. Похуй. Ты что ноешь, блядь? Давай, ну, блядь. Я вот здесь, короче. Вот здесь проеду. Здесь вильну. А, да-да-да. Банихопчиком, банихопчиком. Сюда проехал. Опять перекур? Да что ты? Что? Я не знаю. Нотки сомнения. Блядский рот. Оно меня во все щели отымело. Бля, ебать, здесь ветка низко. Нет. Там может быть, стой, может быть там даже где-то и прыгнуть можно будет. Или нет. Я не помню, там справа. А, не. Нигде. Ну да, вниз. О, а что здесь, что здесь лестница, я забыл. А куда эта хуйня ведет вообще? Выйдем почти к этой. Ну поехали, похуй. Ты ебанулся. Ну пешком там пешком. Удачи. Давайте. А как эту дверь заходить? На разбудку. Боком. Внутренне закрывается. Да пройти. Дорога, пройти не можешь. Спокойно. Спокойно. Да тут не дорога. Почему там же есть внизу дорога? Почему не выехали там? Нет. Вот куда вы выезжали. Вот там и выезжает. А больше дорог нет. А тут мы куда выйдем?
И тут никуда не выйдите. Выйдем. Так выйдем. Да выйдем. Ну пойдем туда. Ну да, в принципе, чуть-чуть баник сделайте нормально. Можно здесь Red Bull делать. Ребята, у нас свой Red Bull Rampage есть. Ух, еба. Ебаный мрот, Виталик. Азовское море. Вот пес, что тебе надо? Или он просто бежит? Или он хочет меня съесть? Не, он просто бежит. Не люблю я воду. Чья-то куртка. Красиво, да? Короче, ил. Ну, пацаны, понятное дело, не чувствуют, а я как бы ощущаю. Витай! За шиворот сейчас накидает. Ха-ха. Вот, смотрите, какая глубина там. Вот столько где-то, сантиметров 5-10. Ну, нормально. Я как бы утопаю, но чувствую себя в порядке. Все. Прям конкретное облегчение по камешкам ехать. После песка мокрого. Поехали. Эх, вот это виды. Что ты там ножки выставляешь? Ой, прикольно. Что? Я снимаю. Декабрьские купания. А где Виталик? Виталик едет. Я думал, понял, оборачиваюсь, там Виталик уже валяется, блядь. Дров в дерьмо. Че, дропаем отсюда вот? Вот так. Да, вот так вот. Ну, он камень, в принципе, я его объеду. Какой-то след какой-то. Я же хочешь, что-то здесь подоел. Ну да, на вот там контрейнике на вот таких резинах, блядь, ебашил. Балкон прикольный.
Правда, заросись. Давай прыгай. Паркур, паркур. Ой-ой. Весь засрался. Все засрались. В этом и есть прикол. Ребят, ну в общем как-то так покатались. Сейчас еду домой с Виталиком, который едет перед меня. Вот. У нас под прошлым выпуском набралось 900. Ну все, ребят, спасибо за просмотр. Не смог записать видео в конце прощальное, так как камера разрядилась. Вот, ну и сейчас я здесь на улице, только в футболке. Хочу вам показать вел. Жутко холодно, но оно того стоит. Просто смотрите здесь, сколько грязи. Весь вел грязный, абсолютно. Кассета, все грязно. Надо будет чистить его. Ух. Ну все, ребят, подписывайтесь, значит, на канал, ставьте лайки. На Telegram тоже можно подписаться. Там я буду выкладывать видео чуть ли не в день записи. Все, всем пока.